24-го подзвонила подруга, сказала, що а, вона трошки ближче а, знаходилась до цих подій. Ну, між нами десь хвилин 15 Різниця, якщо пішки йти, і а, вона з 16-го поверху все це бачила, як воно розпочиналось, вибухи і ну, все. От, і вона подзвонила сказала, що почалася війна, вони вже вийшли на вулицю і що треба прокидатися, збиратися. Ну, вона не вірилась. і в нас ще е, такого, знаєте, як взрива не було слышно так, що прям от, как би, пластикові окна, і тому я не одразу зрозуміла. Подошла к фонному окну, и буквально секунды через три был очень сильный взрыв. Это уже... Ведь я как бы понимаю, вы там по местности не ориентируетесь, вообще. территория океана, э... там гораздо кооператив был прилет и от этого у меня ну, уже все, драма, вот вся фотонов. Вот, разбудила дочку, начали собираться. Часов 12 пошли в бомбоубежище у нас в школе было, где дочка находилась, ну, училась. Ну, все, больше мы домой ночевать не возвращались. Установки по ночам наши захисники переставляли возле нас. Самолеты пролетали. Ну, все. Все было плачевно. Единственное, что у нас было, было такое возможное затишье, это с 6 утра до 8 утра была возможность бегать домой, покормить кота, а, принести еды. Ну, хоть что-нибудь там, суп какой-нибудь. Единый час, у нас был, когда у, нас была возможность э, попасть домой, это у них, ну, мы так называли, перекуры. С 6 до 8 утра. Но это было абсолютно не точно. Вот в 6 утра вы просыпаетесь, выходите на улицу и... Э, ну, вы как правильно объяснить, когда вы там находитесь, у вас как-то интуитивно вырабатывается чувство э, поним, понимания того, что будет происходить. То есть вы по звукам, ну, как сказать, по природе вы даже ориентируетесь. Ну, то есть, если вот сейчас пролетела стая птиц, то значит скоро будет обстрел, потому что там где-то вот уже были ну, выходы. И, ну, вот, и вы вот вы по звукам, по, э, допустим, если где-то взрывы, то вы понимаете, что ну, вот территориально приблизительно, что это область, которая, допустим, сейчас в оккупации, там, это наши работают или нет. Ну, то есть вот такого плана. Когда были прорывы, э, у нас, получается, со стороны Салтовки три э, раза они прорывались на БТРах. Э, но это страшно потому что они частично э, ну они бтрами грубо говоря отвлекали внимание а Дрг уже проникала и 27 по моему 27 февраля был прорыв но где-то по восьмого утра и назад мы уже под автоматной очереди бежали э, муж там с ребенком на руках э, но это ну и это было очень 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 близко с 1 марта все ужесточилось 3 марта был м -м -м, сильный прилет к нам на микрорайон а, ну, у нас 33 квад квадрат домов, вот так вот девятиэтажка стоит, она 33-я, потом внутри пятиэтажка А, Б, В, Г, а здесь закрывает Д и Е, а здесь вот школа. И получается, прилет был вот в, в, это, в этот дом, и когда артиллерийские обстрелы были, между первым и вторым минут 40, ну и первый раз прилетела. Мы бежали помогать людям, потому что прилетело во внутрь здания, выгор... ну, начался пожар. Начали эвакуировать людей. Я так по времени посмотрела, минут 20 прошло. Начала звать всех в бомбоубежище. Ну, пошли не все. По второму прилету. Потом пришлось четыре трупа по пакетам фасовать, потому что должна была приехать скорая и они должны были забрать эти трупы, если бы они их, ну, если бы мы не успели их запаковать, то, ну, они бы там остались. Вблизи постоянно, постоянно были какие-то взрывы. Вот с 1 марта наш микрорайон 531 находился под постоянными обстрелами. С 3 марта, вот после этого прилета, мы как бы находились, я так понимаю, в какой-то заглушке, Потому что мы потеряли связь. У нас не было ни интернета, ни мобильной связи. И утром уже было ну, не так безопасно а, ходить домой. Ну, приходилось. И мы по очереди. И так тоже попало, что я прибежала. Мне ну, не было по времени возможности даже еды набрать. Ну, очень близко начались взрывы начала бежать назад, и, ну, в общем, меня волной откинула, ударилась очень сильно головой. Ну, так вроде как никаких повреждений больше не было, просто, ну, был очень сильный такой звон в ушах, и, ну, все. У меня одноклассник, ну, правда, он в апреле, и если, ну, эта информация уже прогремела по всему миру, это вот Николай, у которого разорвала грудь, а его младенца откинула на козырек. Ну, хлеб исчез. Спол... Ну, на Салтовку продукты уже не завозили. Но после... последние, там, я не знаю, ну, наверное, 20... В АТБ, допустим, если зайти, то там остались только сладости. Ну вот в конце уже не было никаких продуктов питания, кроме сладостей. Шоколадки, конфетки, сладкая газировка. Вот все, все, что, все что было сладкое, не полезно. Вот это вот все осталось. Вот, и, ну, как бы купить уже было нечего. Продукты. нас в школе один раз в день э, детей кормили у нас в школе организовали э, питание один раз в день э, потому что там жешном кухня была столовая и вот была возможность приготовить но ну, как бы на деток э, воду кипятили ребята вот у нас у нас очень очень слаженный коллектив э, mm -hmm. в школе был, Вот, директор очень грамотно все организовал. А, у нас 11-классники, мальчишки у них там, мы так это называли, координационный центр ну, в самом подвале они так себя ДСП фанерами как-то огородили, там небольшой кусочек. Вот, а, у них там стояли компьютеры, и им на эти а, приходили сообщения, когда раскидывали мины-бабочки. Вот, у них э, вблизи нашей на, ну, школы, у них это как-то там высвечивалось маячками приблизительно, территориально. И вот они по возможности бегали и э, обезвреживали. У нас очень храбрые мальчишки. Вот. И, ну, я же говорю, даже вот когда был этот ну, вот, прилет в этот дом, но... одни они тоже одни из первых вот, побежали. У них были носилки, ну, вот эти вот профессиональные у нас в подвале стояли. Ну, эту женщину, ну, вот. Очень, очень большие молодцы. Ну, я же говорю, несмотря на то, что, ну, вот, одиннадцатиклассники, ну, сколько им там, лет по семнадцать, ну, они очень, очень все достойно, мужественно перенесли. Знаете, был такой показательный момент, когда наконец-то выбрались с Салтовки, Приехали на вокзал. А, мужчин в вокзал не пускали. Мужчины находились на, на улице, ну, в центральный вокзал их не запускали. А, и он остался с дочкой, а я пошла зарядить телефоны. Ну, видать, у меня как-то на лице было все очень печально, потому что ко мне подошла женщина и говорит: "Ой, бедненькая, вы откуда вот?" Я говорю: "Салтовки." Да, что там так все плохо? Мы когда э, переехали территорию Барабашова, ну вот рынка именно самого, и там уже там была там другая жизнь была, знаете, как люди не так все остро ощутили, э, там за ручку гуляли с собачками, а мы так знаете, так аж это они, они слышали, но их не так постоянно обстреливали, и мы э, вот я же говорю, с 3 с третьего четвертого э, числа где-то. म. ну вечер третьего вот уже начала пропадать связь и вот ну, четвертого утром уже точно э, лайф уже вообще не лайф не МТС. и <sì> в старые э, местами связь проявлялась но не так это... <theor laughs> повезло э, таксист просто обычный мужчина э -э-, как вам объяснить? Ну, в марте в Харькове уже не было такой возможности, что у кого-то там был бензин, либо кто-то там, ну, остав... большая часть уже выехала. Mm -hmm. а, те, кто пооставались с машинами, бензина уже не было. А, mm -hmm. Ну, я же говорю, чудом мужчина нас вывез, вывозил тоже под артобстрелами. Была обычная легковая машина, и мы вот когда в школе спали: а, ну, вот такой небольшой квадратик <laughs> здесь три стула, матрас, вот здесь мы находились, а туда дальше также точно, там женщина с 18-летней дочкой. А, и вот они пытались найти знакомых, которые помогут нам выехать, и также точно мы искали так, чтобы и они тоже с нами выехали. Вот там у этой девушки получилось у Даши найти вот этого мужчину, он приехал, и так получилось, что они сели сзади, а я скатывалась впереди. И мы так начали через дворы выезжать на улицу гвардейцев Широнинцев возле океана, выехали. Машиной так поворачиваем, мы с водителем смотрим, а вот летит ракета. И знаете, вот это вот чувство, когда ты, ну, ты не понимаешь, куда она сейчас прилетит, либо в здание, либо в дорогу, либо в машину. Ну, вот мы вот мы отдохнули, и вот до самого Барабашова, пока он меня вот так вот по коленке, типа, да все нормально. И я так, все, и вот ну, доехали до вокзала, сели какой-то эвакуационный поезд. Мы не знали, куда он едет. Мы просто сели, поехали в никуда. На, на полпути выяснилось, что он едет до Винницы. Приехали в Винницу. И вот только поезд прибыл, в этот день обстреляли аэропорт. Мы поняли, что мы там не остаемся и идем дальше. 24-го, когда я ее разбудила, она подумала, что мы идем в школу. У нее двухъярусная кровать. На первом ярости стола, на втором кровать. Она вот спустилась и начала собираться. Я говорю: нет, подойди, пожалуйста, надо поговорить. Я ей объяснила, говорю, что сейчас говорю: ну, вот случилась война, началась война. Объяснила, какие наши действия, что нам сейчас надо собраться. а uh, и пойти в бомбоубежище mm -hmm. не подумай то что ты хочешь с собой взять у меня была игрушка там собачка шарик вот и, uh, вот она о нем заботилась я попросила ее об этом но ну, такой психологический прием чтобы ну она о ком-то заботилась и не вникала в то что ну сейчас не uh... Ну, у меня стойкий оловянный солдатик. Детки, детки, да, детки очень, ну, плакали, заикались, вот особенно, когда ночные обстрелы были, потому что, ну, я же говорю, ну, наши воины переставляли технику прямо вот рядом с нами, потому что им надо было, ну, так работать там, ну, как вам объяснить, там территориально правильно Потому что там есть вот между домами как раз вот такой вот зазорчик, когда они ничего из нашего не разрушили. Вот и mm -hmm. это было очень громко. Ну падала штукатурка, все это, ну и ну детки уписывались, ну плакали очень громко. Ну, у нас был ну, моя дочка, у нас было правило после 10 вечера, чтобы всем хватило места, где можно присесть, выдавался один стул на одного человека. Ну, нельзя было, если надо было, распределить четко поштучно, тогда, да, конечно, там приходили, забирали. Если нет, то пустые стулья, почему ну, нельзя воспользоваться? У нас вот было три стула на три человека, и мы... Э, я и соорудила из курточек под этими стульями. Я ну, просто их подряд вот так вот ставила. И днем она была на стульях школьных, а ночью она залазила под стулья, потому что от цементных плит да, отскакивали вот эти вот э, ка камушки, они как. Гра гравель, ну, я не знаю, как она, щебенка, ну, вот это вот э, сама структура этих блоков, ну, и она очень секла головы. Вот у меня чуть-чуть ну, предыстория, как бы сирота от второго брака и от первого брака у папы там двое детей нашу квартиру разделили, и у нас ну, в квартире, где мы проживаем, в соседней комнате были квартиранты не от меня. И вот, естественно, мы с ними как бы прятались. А, и вот, вот у этой ну, Ксюши а, очень сильно ну, рассекло голову. Вот, и вот, да, вот в такой от вибрации, от этой волны отвалился ну, достаточно большой и ну, прилично рассек голову. Вот. Но у меня после этого, после этого арт-обстрела у меня в голове были повреждения, и, ну, внутри головы. В мае месяце, 24 мая, ну, чуть попозже я поняла, что произошло. Я поначалу подумала, что отравилась. Ну, в общем, у меня случился геморрагический инсульт, и мне пришлось сделать э -э терминовую операцию. Направили в Ужгород, и у меня две трепанации я глохла на левое ухо я же говорю очень много разных последствий знаете даже вот когда внешне вы не видите но они остаются <music> много разного вообще случилось ну не знаю мне кажется за, за и за день всего не расскажешь потому что что то память стирает специально какие то знаете, там вот звуки, потому что, ну, хочется жить дальше. Даже если, ну, вернуться домой, то, ну, мне бы, знаете, наверное, хотелось, чтобы... Э, знаете, вот говорят, вот не будет как раньше, а и не надо как раньше. Надо, чтобы было еще лучше. Не хочу, чтобы вот мы приехали, допустим, и Ну, Пуйся пусть он будет там побітый Ну ми його восстановимо он станет еще лучше і неці как Ну короче все будет еще круче